Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Рёки. Ну что, с вами продолжаем искать своего братишку маленького. Так, вышли на какую-то поляну непонятную. Так, у нас там, получается, есть слева тролль, справа какая-то доска. Или что-то непонятное. Так, что-то записала в дневничок свой. Мне здесь не нравится. Эта поросль не хочет меня никуда пускать. У нее как будто есть разум, и она задумала что-то дурное. Но я не могу сдаться, я слишком далеко зашла. Окей. Что тут было? Это огромный отпечаток руки. Нечеловеческой. Земля здесь перекопана. Ну, не знаю, меч вряд ли, наверное, скорее всего, поможет здесь, в этом деле. Да. Кажется, там что-то закопано, но что? Короче, мне нужна лопата какая-то, получается, потому что... У нас уже два места, где надо будет раскопать что-то. А мы не можем это сделать. Еще один. Сколько же вас тут? Может, все валуны когда-то были троллями? Так, ладно. Ну, попробуем сюда зайти. Здесь ничего, как бы нет. Угу. Так, какая-то не... А, вот, кстати, дом нашли. Мы, кстати, нашли дом. Для этих кваклингов. Привет, малыш. Ты тут живешь? Ну да. Каждому кваклингу нужен свой собственный пруд. Я имею на это право. Я не вернусь назад. Не вернешься? Я не понимаю. Я просто хотел спросить, не встречал ли ты здесь йотунов? Йотунов? Я ничего про них не знаю. Просто оставь меня в покое. Так, ну может быть тогда получится все-таки сюда опустить этих жаб? Ну-ка давай попробуем. Ну вот, а так хотел, чтобы хоть что-то вышло. То есть для каждой жабы своя лужа, что ли, хочешь сказать? Блин, ты издеваешься. Все, сидишь в своем мутном болоте? Сижу и никуда уходить не собираюсь. Окей, ладно, хорошо. Давай тогда пока сюда загуляем. Руны. Но что они означают? Без понятия. Эта плесень за мной следит? Давай глаз проткнем, чтобы она не следила. Ну ладно. Не хочешь, как хочешь. Так, руны. Опа. А, что это было? Эта плесень как будто зашевелилась. Она словно реагирует на мое присутствие. Это же невозможно, да? Ну почему? В этом мире, скорее всего, все возможно. Я наткнулась на древние руины со статуями оленей. Наверное, олень-хранитель где-то поблизости. Нужно только пробраться через эти растения. Ага. Так, ладненько. Может быть, что-то можно с этими рунами сделать? Допустим, ну я не знаю, книгу использовать. Нет? Нет. Ну, тогда я что-то не знаю. Да пока сюда загуляем, посмотрим, что с этой стороны есть. Какие-то огромные грибы. Как они выросли такими большими? Они как будто живые. Так, ну я попробую, наверное, их сейчас разрезать. Допустим. Ее слишком много, она просто отрастает обратно. А, то есть мы сюда не пройдем. Окей. А, есть какая-то ворона, что он тут делает? Пошла вон. Еще руны. Кажется, их можно поворачивать. Да? А, окей. Так, надо составить то, что там написано. Сейчас тогда глянем, я просто не посмотрел, я думал, они пригодятся. Типа М, типа... Ага, Y перевернутая. И туда стрелочка, типа. Окей, хорошо, прошли крутить-вертеть.
Ну, во-первых, тебя. Такс. Теперь тебя перевернуть надо. Ага. И тебя. И еще разочек. Вот. Вот. Тайный проход. Да. Отличненько. Тайный проход есть, но давай еще пройдемся здесь посмотрим. Вот. Вороны, сволочи, есть. Ну, пошли вон отсюда. Тут дерево есть. Тут дерево, это уже хорошо. Разрубаем. Ой, я постараюсь тебя освободить. Ну, отлично, еще один проход. Да, Туве спасительница. О, спасибо, малышка. Мы не знаем, что творится с лесом в последнее время. Но точно ничего хорошего. Да, тут явно творится что-то странное. Теперь ты в порядке? Мать древа послала меня найти тебя. Да-да, мы будем в порядке. Правда, насчет прочих жителей леса мы не так уверены. Мы чувствуем корни. Они тянутся. Ну, еще чуть-чуть. Отлично. Открыли портал мы с вами. Это у нас получается четвертое дерево, осталось еще два. Получилось. Мы снова связаны с матерью. Ты нам очень помогла. Наши корневые ходы к твоим услугам. Рада, что смогла помочь. Так, ну в принципе здесь получается все. Пошли вниз тогда. В этот тайный проход. О, тут чья-то лаборатория, блин. Так, давай сюда. Я нашла пустую банку. Кстати, есть какая-то ачивка, типа то, что ты будешь читать здесь, то, что находится в инвентаре. Приходская книга. Не записаны имена всех прихожан с 1700-х годов. Заточный кинжал. Старая тряпка. Ее можно что-нибудь намотать. Наверное, она хорошо горит. Ага, спасибо. Здесь осталось всего две спички. Это кваклинг. Он прятался под столом. Я обещал вернуть его домой. Это кваклинг из пещеры Тральхюльды. Обычная пустая банка, в которую можно что-нибудь положить. Окей. Что тут еще есть? А, вот как раз есть какой-то совочек. Уверена, совочек может пригодиться. Конечно, для того, чтобы раскапывать. Тебе нравится брать мои вещи, да? Что? Не чудится чей-то голос? Может, этот голос совести? Прости, не знаю, кто ты и где. Я просто ищу своего брата. И это дает тебе право воровать? Нет, но его похитило чудовище. А вокруг тролли и деревья с глазами и... А теперь мне надо найти каких-то хранителей, чтобы они мне помогли. Ты сказала хранителей? Йотунов? Да, ты знаешь, где они? Так это ты, та девочка, которая шепчется весь лес. Лес? Шепчется? Да, думаю, я смогу тебе помочь. Да? Правда? По крайней мере, попробую. Но мы имеем дело с черной магией. Жители леса напуганы. Конечно, поэтому мы прячемся. И что нам делать? Я помогу, если ты нам поможешь. Для начала нужно сделать так, чтобы ты стала незримой. Я сделаю тебе особую маску. Тебе придется принести мне ингредиенты. Конечно. А что тебе нужно? В первую очередь, эссенция. Слушай, я тебе просто все запишу. Угу. Хорошо.
Незримый типа невидимый, тогда я смогу проходить проходы. Вот, просто брось все это в мой котел. Можешь приходить и сверяться со списком, когда захочешь. Так. Хорошо, спасибо. Так, окей, список есть. Пойдем глянем, что за список-то хотя бы. Так, что мне нужно? Первым в списке идет череп барана. Пугающее начало. Дальше. Два паразита-кошмарника. Кошмарника? Звучит жутко. Это мерзкие создания, изувеченные темной энергией. Они питаются чужой силой, а взамен насылают страшные видения. Ты узнаешь их, когда увидишь. Ну ладно. Последний ингредиент — это волосы из бороды кваклы? Да, их может быть непросто достать. Попробуй поискать в водоемах. В прудах, реках и тому подобных местах. И они достанутся мне? Просто так? Сомневаюсь. Возможно, придется надавить на кваклу. Звучит неприятно. Зачем мне? Просто напомни ей о ее сыновьях. Предложи свою помощь. Ладно, поняла, кажется. То есть квакла это, скорее всего, какая-то мать кваклингов. Я только что говорила с кем-то, кого нет. Хотя, надеюсь, она все же есть, просто невидимая, потому что только она знает, как пройти мимо этой поросли. Она сказала, что может сделать мне маску, если я достану нужные ингредиенты. Волосы из бороды кваклы, два паразита-кошмарника, череп барана. Что-то мне все это не нравится. Так, ладно, здесь получается все. Да. Ничего такого взять я себе, наверное, не смогу. В коллекцию, да? О! Ого, это же гадальные камни. Это будет лишь смотреться в дневнике. Блин, почему это не подсвечивается? Или это плохо подсвечивается, что я не замечаю? Ну, вот уже неплохо. Уже неплохо. Ладненько, тогда отсюда выходим. Идем тогда пытаемся раскопать. Мы по-любому здесь не пройдем, поэтому смысла здесь торчать нету. Вряд ли это, кстати, вот эта жаба, которая тут есть. Но на всякий случай я спрошу, поговорю с ней. Ага. Все то же самое, ничего не меняется. Так, а, здесь тоже что-то есть. Но мне не дают, пока у меня не будет маски. Хорошо. Получается, мы с вами здесь пока закончили. Нам тогда надо будет сейчас попытаться раскопать ямку. Кстати, надо почитать предмет, чтобы можно было за это еще получить дополнительную ачивочку. Так, где этот совок? Садовый совочек. Окей. Так, ну давай. Вот бы там было закопано сокровище. Угу. Что это? Yes! Настоящее сокровище? Я нашла кучу старинных монет. Серьезно? Кто нашел, берет себе. Так. Старинные золотые монеты. Ну понятно, куда их надо бросать. Так, я забываю про бег. У нас тут еще же бег есть. У нас же еще тут есть бег. О нет. Похоже, эта поросль расползается по лесу. Ох ты, нифига себе. Вот этот поворот. Так, тут только спуск вниз есть. Так, ну монетки, наверное, надо будет бросить сюда. Все-таки. Блин, тут было дерево, ну ладно. Ну, да ладненько. Так, давай бросать. Пожалуйста, пусть желание сбудется. Ого, а это у нас есть, да, это квакла.
О, а вот и обед, квак. Квак, иди к мамаше, квакал, крошка. Нет, стой, я могу тебе помочь. Я в этом очень сомневаюсь. Я могу найти твоих сыновей. Моих кваклингов? Кто тебе про них рассказал? Если честно, я не знаю. Понятно. Я действительно по ним скучаю, квак. Ладно, я тебя пощажу. Найди моих мальчиков, а там посмотрим. У меня есть условия. В обмен на кваклингов я хочу попросить у тебя немного твоей бороды. Моей бороды? Квак. Думаешь, ты достойна такого дара? Может быть и нет, но неужто ради своих детей? А ты умеешь торговаться, малявка. Ну ладно. Договорились. Спасибо, мама квакал. Окейушки. А тут живет только огромная бородатая жаба. К счастью, она меня не съела. Она хочет, чтобы я помогла ей вернуть сыновей. Так, ну давай попробуем. О, мой дорогой кваклинг. О, привет, мама. Одного недостаточно, да? Приведи всех трех, таков уговор. Или хочешь нарушить свое слово? Нет, просто спросила. Блин, а как что-то мне тогда этого третьего засранца тащить? Мой кваклинг, где ты пропадал? Мама, я буду хорошо себя вести. Так, ну ладно, где же тогда мне этого третьего-то достать? Каким образом? Тут, конечно, можно бы сейчас помещаться между деревьями, чтобы быстрее все дело происходило, но я тогда не понимаю, что от него хочет. Он не собирается покидать свое болото. Вообще никаким боком. В банк уже не могу его засунуть, правильно? Ну, допустим, бороду мы сможем уже, получается, добыть, если с этим договоримся сейчас, товарищи. Привет, угадай, с кем я говорила. О, нет, она нашла меня. Твоя мама по тебе скучает. Она хочет, чтобы ты вернулся домой. А я не хочу возвращаться. Я сам могу себе позаботиться. Разве? Ты по ней не скучаешь? Я понимаю, ты хочешь как лучше. Но ты просто не знаешь мою маму. Она постоянно требует, чтобы я прибрался в своей пещере. И заставляет делиться с братьями. И все? Звучит не так уж и страшно. И чё? И чё? Ты уверен, что мне никак не убедить тебя вернуться домой? Уверен. Пожалуйста, скажи маме, что не смогла меня найти. Это будет сложнее, чем я думала. Так, ну ладно, может быть, мать подскажет, как его вернуть? Блин, забываю все время про этот бег. Нет, надо разобраться. Тут, в принципе, осталось совсем ничего, блин. Последнюю жабу притащить и все. Чем дальше, тем страшнее. Тут завелась какая-то жуткая поросль. Она очень быстро растет и кажется, она совсем не безобидна. Так, давай выплывай, мать. Надо поговорить с тобой. Ну? Ты нашла моих кваклингов? Пока нет. Поторапливайся, не то скоро я сочту тебя достаточно аппетитной. Да ё-моё, серьезно? Не, ну я, конечно, могу попробовать банку использовать, но это просто глупо. Попробуем еще разочек, но не знаю.
Надо что-то сделать, а что непонятно пока. Может быть, мне что-то не хватает, я не знаю. Ну, все понятно. Так, давай сейчас попробуем поговорить, но мне кажется, это бесполезно. Угу. Ладненько. Тогда пока возвращаемся назад. Так, вот ничего, может быть, он что-то скажет. Ага, там рецепты, ступка, это все понятно. Привет, малышка. Привет, Трюльхюльда. Какой тебе красивый садик. Маме бы очень понравилось. Мама тоже друг троллей, как Туве. Ей очень нравились сказки про тролли, так что, наверное, да. Я так не умею. В чем твой секрет? Костяные удобрения. Не говори Хильде. О, а что за кости? Хильда носит мне чай из костей. Гадость. Но зато цветы растут. Угу. Понятно. Это ее чаем угощает, а это использует их в качестве удобрения. Ладненько. Так, ну опять-таки, сюда мы попасть пока, наверное, не можем. У кота делать нечего. Ну, не знаю, меч вряд ли до этого дела подойдет. Вот. И больше пока все. Ладно, тогда получается, мы с вами, скорее всего, здесь пока на данный момент закончили. Давайте тогда идти туда. У нас, во-первых, есть возможность что-то выкопать там в церкви. Так, ну это получается 4 духа, да? Дух оленя, это как раз скрывается там, нам нужен, получается, ингредиент невидимости, да, мазь. Здесь, получается, мы заходили с вами до места, где обитает волк. Старый каменный столб со статуей волка на верхушке. Ну окей, ладно. Пойдем тогда. Чай пока тоже, опять-таки, не можем, у нас не хватает нужных ингредиентов. Ха-ха! Мы снова чувствуем объятия матери. Звучит здорово. Ты очень помогла нам, дитя. Наша мать открыла для тебя корневые ходы. Ты все еще хочешь найти пропавших хранителей? Я должна найти брата. Я дала слово, что буду о нем заботиться. Значит, мы даем слово тебе. Мы поможем тебе. Будем направлять тебя, когда сможем. Спасибо. Спасибо, Туве. Теперь мы наконец-то можем открыть глаза. У вас еще есть глаза? У нас глаза по всему лесу. Вы видите Ларса? Ты единственное дитя в лесу. Охранителей, вы их видите? Нет, но чем больше корневых ходов ты откроешь, тем больше мы будем видеть. О, когда-то шаги хранителей разносились по всему миру. Но сейчас в лесу слышен лишь перестук вороньих клювов. Может, у тебя получится вернуть нам хранителей? Я найду их с вашей помощью. Этого недостаточно. Тебе нужны другие. Кто другие? Кто другие, непонятно. Ладненько, пока идем в церковь. Так, а могу сюда зайти? Эти не пугаются, ладно. Эти не пугаются.
Такс. Надо еще как-то дырку там расковырять в полу. Но пока непонятно, каким образом. Так, ну давай копать. Ну-ка, посмотрим. Угу, наверное, всем искателям сокровищ приходится возиться в грязи. Интересно, кто закопал тут этот узорчатый диск? И что это такое? Узорчатый диск с сияющими камнями. Нафига он нужен? Вопрос. Так, здесь пока все. Давай тогда все-таки догуляем до церкви. Не знаю, что там можно будет сделать. Пока вопрос. Но плиты я не могу использовать. Я только их могу прочитать. А вот как отверстие расковырять? Вопрос. Кажется, там что-то есть. Не думаю, что у меня хватит сил расширить эту дыру. У тебя не хватит сил. Так, не хочу его резать. Угу. Лучше применение. Спички, может? Ну, не знаю тогда. Попробую сейчас зайти опять-таки туда. Но мне кажется, вряд ли она разрежет колокол. В этом нет никакого смысла. Хотя с ним что-то можно сделать опять-таки. Ну, попробуем. Попробуем. Да, можно разрезать, отлично. Осторожненько. Только пока не понимаю, для чего. Он же упадет прямо туда, вниз. Прости, колокол, больше тебе уже не звенеть. Но спасибо за помощь. Либо он был прям там, вот под этой дверью, так сказать. Вернее, дыркой этой, под этой. Проделать новый ход в церкви. Ну, скорее всего, наверное, так. Окей. Лучше бы они сделали тут горку. Да это понятно, мать, давай. Лениво спускаться не хочет по лестнице. Ну, понятно тогда. Все-таки колокол прямо здесь висел. Посмотрим, что там. Тут так темно, надо собраться с духом. Нам тогда какую-нибудь палку найти? А, медведь. Что это за место? Склеп. Я думал, они бывают только в книжках. Угу. А, это выход. Блин, ладно, прости. Окей, 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 хорошо. Там, скорее, сейчас будет загадка с этими плитами надгробными. Надо будет тогда подумать. Скорее всего, надо расположить по возрастанию. Интересно, что значат эти символы? Внизу оказалось только интересного. Гробницы, паутина и какие-то странные камни с узорами. Может, это какой-то шифр? Ну, это понятно. Что мы только сможем сделать? А, у нас не хватает... Угу. Окей, ладно. У нас не хватает таких плиточек. Их надо будет найти. Такой старый. И все? Так, ну паутину я пройти не смогу. Это надо будет сжигать, скорее всего. Фу, это паутине, наверное, лет 100. За ней что-то есть. Да, но у нас нет с тобой факела. Оп, стоп. О, это маленький колпак Том-то. Похоже... Положу это в дневник.
А, это, блин, я думал, это палка. Ого, куда мы уже забрались? Мы еще тут, получается, не все нашли. А уже на следующую страницу пошли. Так, ну и как тогда мне, получается, паутину-то? Ну, вряд ли спичками. Скорее всего, надо как-то тряпку, но спичками... Нет, пальцы обожжут, это понятное дело. Скорее всего, связано, нужна палка, 100%. Так, что у нас ты скажешь? Каменный кубик с какими-то необычными узорами. Ага, хорошо. Да, правильно. Нужен тебе факел, мать. Где бы только его надыбать? Нужна палка, блин. Без палки никак. Кем были эти люди? О! Кажется, этот узорный диск может пригодиться. Узорчатый диск. Может быть, их вместе как-то надо состряпать? Странный узорчатый диск с сияющими кристаллами. Нет. Интересно, как раньше жили люди? И все? Ну, пока как-то не густо, да? Ну, получается, сейчас только путь один, это идти туда, в горы, где волки. Потому что больше пока я ничего не вижу. Где только такие плиточки еще взять? Вот вопрос. Непонятно. Я их даже как бы не находил. Ладно. Бежим. Кстати, может быть, что-то можно сделать с этим ручейком? Не знаю, там, расковырять его мечом. Или в банку набрать, я не знаю, там. Нет. Ну, я не знаю, может быть, тебя надо помыть? Нет. Совочем? Нет. Окей, мечом. Тоже нет. Ну ладно, значит ничего нельзя сделать. Так, ну все, пошли. О, живые волки. Тихо. Все, сообщили, блин. Меня сдали с потрохами. Фух, думаю, вернее, надеюсь, что я почти на месте. На месте для чего? Я поднимаюсь все выше и выше в горы. Это очень древнее место, покинутое и тихое. Но мне все кажется, будто кто-то за мной следит. Тут много статуй волков, значит, я уже близко. Тут не только статуи волков, тут еще и сами волки есть, блин. Так что все это опасно. Похоже на глаз. Я нашла старую пещеру, и здесь какая-то загадка. Надеюсь, если я всю ее решу, дверь откроется. Загадка. Глаз. Снова волк. Кажется, его можно сдвинуть.
Ага. Зачем нужна магия, когда есть мускулы? Так, подожди. Не очень понимаю, как их надо двигать. Там подсказка, скорее всего, есть с этими тенями, но я не понимаю, как она должна работать. Должна. А, они должны совпасть. То есть сюда остаешься на глаз, это все понятно. Ладно. Ну вот этот волк вроде как совпал, а вот с тем что-то непонятно. Может быть, что его двинуть? Понятно, еще разочек давай попробуем сюда. Да, совпал. То есть теперь этого товарища надо тащить сюда. Его либо до самого конца... Нет, я переборщил. Я переборщил. Так, и тебя получается. Отличненько. Получилось. Дверь открывается. Ну, вперед. Может быть, мы так образом получим первого хранителя? Волк, медведь, олень. А снова комната загадка и снова волки. Я явно на верном пути. Так, похоже на ночное небо. Но для чего это? Ага. А это что делает? Ага, так двигаются диски. Хорошо. Так, двигаются диски. Как мне их выставлять? Но не по порядку. Но, разумеется. Как мне все-таки их выставлять? Может начать с внешнего кольца? И ориентироваться по нему? А, внешнее кольцо. То есть внешнее не двигается, да? Подожди. Так. А, нет, подожди-то, да? Тогда надо двинуть тебя, получается. Вот. Уже что-то вырисовывается. Так, хорошо. Это что-то вырисовывается здесь. А что здесь? Эх, мать, не сюда. Эй, блин, серьезно? Это тогда я тут, получается, задолбаюсь вас выставлять. Ах, почти. Почти.
Отлично. Справились. Дверь открылась. Я молодец. Большая молодец. Это еще не все, что ли? Ручка вон сломана, я вижу уже. Вот это вид. Кто все это построил? Так, а вот еще одно дерево, кстати говоря. Кажется, тропа ведет дальше. Надо только придумать, как перебраться через расщелину. Снова волки. Наверное, хранитель совсем рядом. Но зачем нужен этот посох? Кажется, второго посоха не хватает. Вон и отверстие для него, но в нем ничего нет. Надо смотреться. Надо смотреться, но... Что у нас тут получается? Здесь так высоко, видно все на много миль вокруг. Надо придумать, как перебраться через расщелину, где нет моста. Мне кажется, для этого нужно найти второй волчий посох. Может, кто-нибудь здесь его видел? Может быть, но выясним с вами будем уже в следующей серии, друзья. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.